Я говорю, пенсию получишь, ну куда? Вот у меня сейчас 1500, ну столько заплати. 1500, только содержание. Вот. Это у нас еще, как бы, вот у меня сумма. 1449,66, а трехкомнатная вообще больше. А есть отопление. Да, у нас тоже 6 крест на отопление. Так почему-то мы больше платим, чем ну, вот они платят по нормативу. За отопление да, покажешь? Да, да, тоже. Вот начинается целый проблем. Отопительный сезон платим, да. А не круглый год там поскольку платим. Ну, круглый год опять. Я двухкомнатную квартиру, предположим, они, ну, в прошлом году было 1900, да? Они пускают октябрь, ноябрь, декабрь, январь, февраль, март, апрель, да? Вот, вот эти месяца они платят. А у меня получается так, сначала там 1500, потом начинается декабрь, январь, февраль, вот это у нас получается по 3-4 тысячи. У нас трехкомнатная квартира, люди платят, по 7 тысяч платят то самое. А на улице тепло. Они как убили. Да. И все. Вообще, вот, вообще хочу сказать, жить в соцгарантии, да, понесут, плачет. Вот тюрьма плачет, потому что такое безобразие творится, не знаю какое. Вот мы содержание такое содержание имущество доплатим. Вот, а ничего буквально не делается. Еще раз.